Всем привет! С вами канал ArtMania, и сегодня у нас видеообзор на подгузники Каспер Макси 4,18 килограмм, а четверка 14 штук, даже не 15, а 14, видимо, чтобы было четное количество. Так, впитывающий слой там, давайте прочитайте, сами почитайте, что там написано. Так, здесь у нас ассортимент. Какой еще бывает? Так, какой еще бывает? Тройка 4,9, четверка 7,18 и пятерка 11,25, 12 штук. И чем больше малыш, тем меньше памперсов в пачке. Так, также вот здесь вот срок годности 3 года. Угу. Интересно, а что с ними бывает, когда срок годности проходит? Портится или впитывает плохо? Так, что написано здесь? Здесь. Кстати, вижу довольно красивая здесь картиночка. Много таких разных животных каких-то там. Так, всякие значки. Выкидывать мусорку можно, в унитаз нельзя. Видимо, я так понимаю, вот этот вот унитаз. А это что, кушать их нельзя, что ли? Так, и что-то вот, ну вот здесь вот, да, изготовитель, производитель и так далее. Так, и давайте их откроем, посмотрим. Что же у нас внутри? Так, что у нас? А, ну здесь тоже самое написано. Вот так они выглядят. Давайте возьмем любой. Ой. Еще один вылез. Ну ладно. Кстати, здесь уже не такие красочные картинки, в принципе, я так и думала. Может быть, она по мере заполнения становится красочной, даже не знаю. Такая вот интересная, беленькие. Здесь вот какие-то как бы штучки такие, они как будто ваты нету с этой стороны. Ну, как слоями, наверное, лежит. Резиночки, эти штучки. Мы уже пользуемся трусиками, но нам подарили такую вот пачку. Я решила сделать обзор. Еще не пользовались, даже не знаю как. Вот здесь резиночки. Ну, обязательно, в принципе. С дырочками, кстати. Что, протекало, что ли? Вот. Ну, блин, честно, мне что-то не очень нравится то, что вот тут вот как бы, ну вот она, да, вот так слоями ложится, а тут как бы пусто. Не знаю, у других памперсов такого нету. Как-то это немножко странновато. Может быть, это и хорошо, распухнет с этой стороны, и тут по бокам чуть-чуть. Здесь снизу, наверное, тоже так вот маленькими, может быть, распухнет. Здесь вот довольно, кстати, мягкие. Не сильно толстые, такие нормальные. А, я знаю, что есть подгузники для девочек отдельно, для мальчиков отдельно. Ну, не знаю, мы не пробовали. Пахнет просто чем-то пахнет. Не знаю даже. Вот, довольно, кстати, большие такие. Все-таки уже там сколько? 7-18 кг. Картинки. Тут такие штучки есть. Прикольные такие штучки, не знаю, они, может быть, побольше. И давайте предложим попользоваться им малышу и посмотрим после двухчасового сна, во что он превратится, каким он станет. Я думаю, это
именно этот момент всем интересен, а не какой он памперс внутри. В принципе, какой он внутри, здесь и так все описано. Впитывающий слой здесь. А здесь, кстати, вообще он нарисован как будто полностью вата. Хотя видно, что внутри есть щели вот эти, которые мне очень-очень не нравятся, и мне подозрительные они. Как-то там наклеечки, да, что тут мягкий слой у попки, там что-то тра-та-та. Да. Короче, сами прочитайте, что там написано. Ладно, давайте будем, не буду с вами прощаться, уже через одну секунду мы с вами посмотрим, что же это за такие памперсы, стоит их вообще покупать или нет. Так, ну и вот он у нас с вами памперс. Посмотрите, он уже такой достаточно полный, не сильно, конечно, но полный. Здесь вот есть полосочка, как бы здесь вот она. Он такой довольно плотненький. Может быть, конечно, он и побольше бы мог быть. Рисунок, конечно, остался, каким и был. Мне казалось, что он проявится, будет более такой яркий. Вот. Давайте посмотрим с вами здесь, какой же там у нас материал лежит. Так, сейчас. Это памперс уже использованный, поэтому. Кстати, здесь смотрите, плотный, довольно плотный. Так, и здесь у нас находится какая-то вата. Вместе, кстати, с какой-то крошечкой. Никогда не скрывала памперс, честно. Первый раз такое. Поэтому даже не знаю. Это, наверное, как раз крошка, которая не дает, которая разбухает, скорее всего. И что-нибудь там не дает, короче. Не дает жидкости выйти. Да. Такое. Ну ладно, у нас еще будут обзоры на памперсы. Поскрываем с вами другие памперсы и проверим, что же там. Здесь, кстати, вот внизу больше всего крошки. Прям ее много-много. У меня, кстати, появилась идея. Давайте-ка ее сейчас мы и проверим. Так, нашла я две чашечки вот такие вот. Одна у меня с водой, другая без воды. И сейчас мы вот это вот сюда положим и с вами проверим, что же это у нас такое. Что с этим совсем будет. Смотрите, вот они. Берем ложечку и заливаем сюда воды. Она впитывает. Впитывает. Сразу прям впитывает. Вся вода-то, я думаю, наверное, будет слишком много, хотя не знаю. Но она прям не остается даже. Да, она прям впитывает. Даже я его наклоняю, и там нету воды. Он разбухать начинает. Может, даже и вся вода поместится. Вот все, пустой. Так, теперь давайте попробуем вылить. Нет, пусто. Пусто. Так, нужно еще воды набрать. Так, еще вода подоспела. Да, молодец.
мало еще, как будто у нас все писит и писит по чуть-чуть. Она, знаете, такая похожа на снег мокрый на вид. Становится все больше и больше. Ну, уже, наверное, мне кажется, хватит. Ну-ка. Нет, по-прежнему ничего не вытекает. Давайте дальше добавлять воду. Но даже видно, что вот тут вот набирается вода, а потом она впитывается довольно быстро. И как он прям сильно, смотрите, набух. То есть изначально, помните, он был прям маленький кусочек ваты. Неужели он сейчас еще и эту воду всю выпьет? Тут уже, кстати, начинает вода появляться сбоку. Все, лишняя вода. Видите, вон она переливается. Да. А, смотрите, во что он превратился. Вот она видна, вата. И, знаете, похоже на вид... шарики вот для бамбука бывают, тут вот в цветы добавляют шарики. Или вот какой-то желе, что ли, вот такое, что-то желейное, прозрачное. Видны вон, видите, волокна. Нет, не фокусирует. Но здесь видны волокна ваты. Такая бяка. А теперь, честно говоря, мне стало любопытно. А высохнет ли она или нет? Давайте так. Я ее еще, наверное, оставлю. Завтра положу ее, если у нас будет солнышко. Положу на солнышко и посмотрим, будет ли она сохнуть. Вот, потому что, ну, обычно тут в памперсах она не высыхает. То есть она вот, она остается. Посмотрим, что будет с ней. И потом я вам, наверное, покажу. В этом же ролике мы с вами продолжим и посмотрим. Вот, кстати, она стала такая весистая, тяжеленькая. Нужно было, конечно, все-таки взвесить, мне кажется, вату, сколько там было, и сколько туда ушло воды. Мне кажется, конечно, было бы так интереснее, но теперь я буду знать. И у нас с вами еще впереди еще один обзор памперсов. Пачки интересные тоже. Вот та пачка по отзывам плохая, поэтому мы тоже будем ее с вами смотреть и будем, наверное, смотреть вот такими же методами. Вот, но она, кстати, тут остается мокренькая, то есть влажная. Хотя, кстати, вот эти вот памперсы, они внутри здесь не влажные. Они хорошо, они даже, кстати, не пахли, не было никакого-то аромата там мочи и все такое. То есть они прям хорошие, мне понравились они. Вот, и так, рисунок, да, кстати. С вами здесь рисунок. Ну, здесь, наверное, скорее всего, просто... А, ну да, это просто наклейка. Которая приклеивается, кстати, даже. Вот она, просто наклейка. Тогда, конечно, да, она не будет проявляться, скорее всего. Если на нее попадет вода. Вот, она даже не впитывает. Потому что на пачке, по-моему, вспомните, там была четкая картинка. Здесь нет, четкой картинки нету. Ой, потекло. Вот, поэтому я с вами не прощаюсь. Отправлю это все сушиться на солнышко, на батарею. И через какое-то время мы с вами посмотрим, что же стало со всем этим. Во что же оно все это превратилось. Кстати, очень красиво смотрится вот здесь вот. Ее так и хочется положить в какой-нибудь стеклянный стакан прозрачный и... Как будто бы там лежит снег, какие-то, кстати, пузырики, очень красиво. Так, ну вот смотрите, она у нас высохла. Здесь даже появились какие-то прозрачные такие вот козявки непонятные. Вот, она прям высохла,
конкретно и даже не отлипает. И я сейчас хочу ее залить снова водичкой. Да, кстати, сохла она у меня на батарее, потому что солнышка у нас, к сожалению, не было. На солнышке она, по-моему, всего два раза постояла в разные дни. Вот, давайте зальем. Не знаю, мне кажется, что она теперь отмокать будет. Хотя... О, смотрите, она отдирается. Класс, она сразу отодралась. А то я уже думала, что же с ней делать. Фу, она становится опять такая же слизкая. Слизкая такая, фу, противная. Ой, короче, сейчас она начнет у меня по-новому превращаться, наверное, в то состояние, которое у нас было изначально, скорее всего. На сегодня это все. Смотрите наши другие ролики, наши влоги, путешествия, как мы с сыночком живем, развиваемся, занимаемся. Также смотрите наши другие обзоры на продукты из Fix Price, из обычных магазинов, из Победы, Светофора, обзоры на технику, живопись. И там много-много всего интересного. Обязательно подписывайтесь на мой канал. Мне будет очень приятно. Я ценю каждого подписчика. Также пишите комментарии, как вы считаете. Пишите в комментариях отзывы на эти памперсы. Мы с вами вообще-то памперсы рассматривали, если что. Не то, как они высыхают у нас. Вот. Также обязательно ставьте лайки. Лайки. Да, и все, да, подписывайтесь, да, комментарии, лайки. И всем спасибо за просмотр, с вами был канал Art Mania, и всем пока-пока.